Так. Небольшой тайм-аут получился. Дерево посадили Татьяна и Андрей Степаненко. Красота. Ух ты. Дерево высадил Григол Катамадзе. Надзвичайный и полноважный посол Грузии. Очень любопытно. Да. А то она там рассказывала, у него здоровье. Все. Дерево посажено на годовщину свадьбы. Судя по количеству деревьев в этом парке, в Харькове предостаточно послов различных стран, а также людей, готовых сочетаться узами гименея. Мерлин Монро. Красота. Особенно педикюр. Ух. Еще какой-то фонтанчик. Это часто мне символ города. А нет, не символ города. Герб города Харькова — рог изобилия. Их кадуций, кадуцеих. В жизни выучу, как он правильно звучит. Я ж там. Так, это у нас канатная дорога. И можно с уверенностью сказать, что пешком дойти до конечного пункта на 23 августа, там деревянка, можно было бы быстрее, чем дождаться этой очереди. Ты представляешь? О, он акробатики. Что-то не вижу. Нашли чем себя в очереди развлечь. Оп. Оп. Ну а почему нет? По газонам не ходить. Ну, не сидеть не написано. Формальности соблюдены. Да, ну канатная дорога, конечно, того стоит, чтобы по ней покататься. Так, вон наше озерцо. Это у нас туалет. Это, наверное, единственный в Харькове бесплатный туалет. Это в парке Горького. Да. Ой, красота какая. Я не могу просто. Еще раз говорю. Сегодня 17-е. Ой, господи, 17-е. Сегодня 30 апреля 2017 года.
Харьков отходят от того, от 10 дней назад был снегопад у нас, минус 6 было 10 дней назад. Повторял уже, еще раз повторял. Просто как-то диссонанс такой. 10 дней назад минус 6 я на работу шел, а сейчас у нас градусов 25. Ну, я думаю, видно по людям, в чем ходят, видно по природе, что уже жарище. Так, и вот он наш очереди. Как-то я уже отвык от очередей с 80-х-то годов. Давненько не видел. Ой, лебеди. Сейчас на жаба. Жаба грызет гранит науки. Наверное, так. Еще одна съеденная бобрами лавочка. О, медвежоночек. Не как стерха. Тут своя ловля. О, колесо обозрения, конечно, в обязательном порядке надо посетить, в обязательном. Вид оттуда просто прекрасный. На чем они там висят? Лебедушки. На лебедках. Лебеди на лебедке. Корабль какой, ух. Thank you.
сколько народа. Караул.